Хороший человечек пришел за куколкой в воду. Выдернул все иголки, перемыл всю посуду. Сказал: эти люди слишком жестоки к нам. Гуляю в детские книжки со сказками по вечерам. Я знаю, как выглядит счастье. Я встречи с ним не боюсь. Я узнаю про след на запястье. Я точный временем пульс. Я узнаю узор на ладони. Что огневую агонию, взгляд скользящий по пряничный человечек
пришел закутанный в воду. Спасибо.